У нас в стране начинается очередной раунд национальной игры борьбы с коррупцией. На этот раз собираются прикрыть иностранные счета для чиновников. Правда, закон весьма предусмотрителен. То есть, на самом деле, конечно, можно будет через родственников, через знакомых кролика и так далее, тому подобное, как-нибудь свои денежки все-таки спасти. Но цена вопроса возрастет, соответственно, рента, откусываемая правительством от коррупционного оборота денег, а сейчас это, по-моему, главная отрасль нашей экономики, тоже вырастет.